Игорь, результат, к сожалению, неудачный, но тем не менее лично вас поздравляем с возвращением в «Локомотив». Вот эти эмоции уже после выхода на поле, с какими мыслями покидаете стадион? Ну, в любом случае, результат не положительный для нас, так что радоваться нечему. Ну, есть следующий матч, где можем все исправить. В принципе, второй тайм показал, что можем играть лучше, более агрессивно. И при, думаю, везении во втором тайме могли бы сравнять и даже где-то победить. Но первый тайм очень робко начали. Так что сделаем работу над ошибками, восстановимся и ответную игру постараемся сыграть лучше. Перед матчем был достаточно большой ажиотаж, в том числе связанный с погодой. Очень много было вопросов, состоится матч, не состоится. В команде были сомнения по этому поводу? Ну и как в целом перенесли игру вот при минус 14-15? Лично вы играли вообще с голыми рукавами? Ну, если честно, у нас вообще ничего, никакого ажиотажа не было в раздевалке. Мы вчера спокойно тренировались перед игровой и, в принципе, готовились к игре. Разговоров об этом не были, знали, в принципе, что не будет погода выше 15 градусов, 12-13. Ну, февраль месяц – это достаточно привычно.